Хейуги, с вами Шимики, и это My Name is Minus 2. Как вы помните, я проходил первую часть, вот, не будем задерживаться, и вот вторая. Я не знаю, что дает скролл, но чтобы нажать, как вы видите, уже есть меню. Мини-игры пока что я тут не вижу, но у нас есть автосохранение бананом. Факты, любовь, мечты. Myself. Бытовуха, наверное. Деньги и альбом. Добавили альбом с наклеечками. Добавили титры. Ну, прогресс. О, даже пасхалку на ту мини-игру, которая была в первой части. Тут также есть... Так, давайте... Добавили все-таки Music Verum. Как вы видите. Здесь у нас есть моды. То есть нормальный мод это... Вот такой вот. Pro мод. То есть без циферок. О. Дальше у нас Dark мод. То есть банка темная. Ну, вообще даже банки нету. Просто невероятный мод. Impossible, типа, музыки выносящий. То есть банки вообще нету. Просто нереально пройти с этим аддом. Собачий мод. То есть у нас, как вы видите, курсор превратился в лапку. И имплесен мод. Но я не знаю, что это за имплесен мод. Типа просто звук пропадает щелчка. Так, ладно, давайте. У нас появился альбом. Так, давайте по фактам. Рандомный факт. А космос... Smells like... Серстик. Что-то космические какие-то стикеры. А, это значит, сюда будут все добавляться. Давайте пока что... Почему банан долго крутится? Мюсель. Я одинокая персона. Нажмите, чтобы продолжить историю. Давайте будем пока что в историю эту играть. О, нифига эффект одиночества, знаете, вот это. Факт. А, яичная плантация. Это великолепно. Яичная плантация, я думал, она не так выглядит. Так, где... История. Это история? А, одиноком майонезе. Так, мы открыли любовь. Ну, про любовь мы немножко потом будем. Так, факты. А,
рыбы кашляют или рыбы болеют. Нам также нужно здесь 10 тысяч кликов сделать. Ой, стоять. Лав. Где? Иногда мои друзья могут... Не пойму. Иногда мои друзья зовут меня сейчас, потому что им скучно. Кетчуп. Ну, кетчуп. Майонез. А мастхарт, я не знал, что мастхарт. Горчица пишется так. Теперь знаем. Так, мечты разблокированы. Ну, я думаю, может, начнем тогда уже юзать этот. Но я должен не have, не сохранять энергию. Чтобы не кликать, я лучше буду просто... Так, она, they, они, always, всегда, они постоянно ходят охотиться на горячие кексы. О, нифига, уже можно кликать на что-то. Я хейт, ненавижу возвращаться обратно всей ол, все я всегда смотрю. Подожди, си вотч смотреть, си море, я всегда море. Деструктивной злости люди. Люди убегают. Это потому, что у тебя типа ветрянка, как я понимаю. В это время сильный нравится мне возвращаться некуда. Я что-то и снэкинг. Потому что большинство испуганы. О, язык. Ньюхах, я очень... Нифига себе. Эффекты пошли. Так, я... Я возвращаю любовь на забытый остров. Я не люблю мои иногда. Нету малышек, нравящихся мне. В принципе, я думаю, можно в какой-то степени уже нажимать на паузу, чтобы не тянуть время.
Может быть, ты не любишь мои... Что-то-то там? Потому что ты... Нихер знает что. Посмотри на меня. Посмотри на закрытый... На закрытость меня. Ты думаешь... Ему нравится... Нравится так? Типа в банке кто-то есть, типа, знаете, внутри. Кто-то скрыт. На самом деле, вот клики, оно... Довольно так, ну... И быстро, не быстро. Я очень-очень... одинокая личность. Спасибо тебе... На то, что он нажимал на меня. В нас влюбился майонез. Окей, давайте смотреть факты, которые мы получили. Море кукурузы ест... Так, ладно, давайте сделаем так. Теперь пойдем в альбом. Следующая у нас любовь будет. Типа он не энергичный. Тогда я не знаю, если рыбы не кашляют. Факт 650. В японской студии нравятся коты, животные коты. Для поднятия фокуса. Для поднятия просмотров. Морской огурец кушает различную еду, так как это питательно. Гуси-бабс. Качка-утка. Она очень синяя. Худая, стройная и, не сказать, натренированная. Ладно, хер знает. Это дабл майонез. People lovers and admire. Банк. Это ж к мемчику, что ли? Про собаку, где тоже банк по голове. Так, ладно, погнали. Любовь. А в мире... Но я... Остаюсь в... В тени. И моя любовь... Или моя жизнь... И моя любовь в жизни. Бич. Пляжи. Что это за звук был? Ох, кто... Кто сейчас я...
Кингинг. Ян Роунг поставился и Дейтинг Апсы. Однажды я нашел на Гичи Кэт настигся пыльную кошку, и я типа он обезьянка. Так я понимаю. Так, я приоделся и грайп I prefer my best line. И я пошел на мою линию, на мою позицию. Я должен постирать мои инфекционные вещи на данный момент. Они не работают. Они работают следующие 50 файлов. Так. Я не хочу знать, что это. Так, я очень не with someone and talking. Я одинок и говорю под это в морковку день и ночью. Днем и ночью. Я очень даю виртуальным моим возможностям. Ну просто мне вот это смущает, что вот это у морковки. Очень смущает, и я не понимаю, что это. А, день и ночь, вот. Так. А, мы, короче, что-то сохраняем даты, чтобы полететь на Луну. О, это тоже отсылка на очень старый фильм про Луну, там, где ракета попала в вас к Луне. Есть такая отсылочка. Так, открылся какой-то факт. Так. Я outside. Я отстающий, смотрящий в полет и читающий шары. Ладно. Но дожди кошачьи и собачьи. Короче, сейчас будет дождь собак и котов. А и жабы. А это муха, типа. Ну, что-то новенькое. А, my dad, наверное, мой отец никогда шоует. Не поднимался, ну, а подняться. Это питомец собака, но я думаю вернуться обратно. Это автоматически crying слезы маленькой чего-то там. Типа майонез был как брошенная собака одинокая и истекала слезами. Что-то еще добавили. Но я
возвращаю и думая, я реально должен дату. Я должен мои отец, потому что это правильно, наверное. А, правильно сейчас. Maybe, потому что я... Maybe. Может быть, я должен пойти на работу на моей батарейке health. Восстановление. А, типа на строительство. На стройку. Это... Last. Это было потрясающе. Last. Это было поразительное. Я думал о Бифо, почему реализация моих мечты сбылась. Двери автоматически открывались. Двери каждый раз, проходя Фоми, когда я проходил, мои что-то не знаю, carrots, морковка и морковки. Пись. Что такое пись? Брокколи и картошек? А, горошек. А не пай, горошек. Ой, зачем я тут кликаю? У нас еще другая идет. Так. Факты. Тычи. Ученые Кукли, королева Элизабет II. Ол всегда дельфин в украинских водах. Или в... Это United Kingdom имеется в виду. Не Украина, как везде. Ук. А United Kingdom. В английских водах, короче говоря. А, понимаю. И знаете, в кустах. Ну, ребята, ну, мы же знаем, что это. Я знаю, что это капает от морковки. Полет на Луну, это типа... На Луну полетел. Да, это партия хард в натуре. Так, ладно, что у нас дальше? У нас остался мечты и деньги. Погнали в мечты. Я всегда хотел подняться в моей мечте как в виде мима. Мой отец никогда не верил в меня, потому что говорил, я должен стать или подняться успешным в мечте моей мимы. Он, короче, никогда не верил в то, что я поднимусь в мечте моего мима. Я ошибся, или я потерпел крах и сдался, но мои
стремления стали куда выше меня. Да ладно. Мы знаем, что это за хвостик, куда он вставляется. Это пошлятина пошла. Я смотрю на мои старания в моей комнате каждый день. И это типа дает мои нравится жаркие булки. Это тут уже во второй части пошлятина пошла. В первой части такое не позволяли. А там у нас и морковка с горошком. Понятно, на что иллюстрация. Булки мы знаем, хвост мы знаем. Каждый день я смотрю на животных, на животное хобби, лошадей. Чемпионшип, скачки. Особенно мой отец зашел в мою комнату. Когда отец зашел в мою комнату. Are you ready? Вот это отсылка. Are you ready? Блин, ну это прикольно слышать её отсылка. Are you willing? Are you willing? Так, он дрессит. Не знаю. Он стал мимом. Follow your trading. Если типа подписаться или следил за ее истинными мечтами в попадании моего лица. Типа его отец стал мимом. Это был жесткий момент. Иногда он чистил меня. Я в мире мои новые глаза. И я увидел мир новыми глазами. Я думаю, может что-то еще произойдет. Bank in Miami. Друй. Исполнение мечты. Всегда в это время моя мечта, моя персона была правой в моем носе. Это время было моим и моего отца. Теперь это моя новая мечта. Decided to drift and daring. Мы типа ходим драйв. Типа мы гонки и плавание на конверсии новое исполнение майонеза. Теперь у нас появились цветочки.
Я был пони. Я увидел пони. Или я стал лошадью. Ах, е-мое. Хвост еще шевелится. Ёлки-палки. Я по майонезу еще не бил, ребята. БДСМ элементы пошли. Так, ладно, давайте смотреть, что там. Рандомный факт 71. Группа собак. На гидрант что-то делает. Так, он был мимом. После чего он плакал. Я не понимаю, это типа девушка? Да. Я увидел мир новыми глазами. Это где, типа, я стал пони. Я увидел реальность жизни. Жизнь ударила меня в нос. Да уж. Ладно. У нас осталось еще... Мне уже кажется, мы уже это тогда откроем даже. По завершению всей истории. Они скептические и... Раминг. Они скептические и дождливо. И бегущие. И тернинг. И брали... Мои... И брали мои проблемы. Always, всегда. О, нифига. Это мини-игры пошли? Моя собака умерла. Я неудачник. I can find my red shoes. Подождите. Ну, короче, как я понял, мы просто перепрыгиваем через проблемы, пытаемся от них отбежать. Так, а мне дали следующее? А мне нужно перепрыгнуть через 20 проблем. О, ну ждите тогда. Я думал... Знаете, вот плюс первой части, там хотя бы была мини-игра, а здесь нет мини-игр. И вот вам мини-игра, целый набор, походу. А моя мама злая, когда, видя меня, что-то не делающий. Так, а сколько мне надо? 30 какашек кинуть. Молодец, здесь гомнометание происходит, если с кликером. Так. Ну о чем же я говорил? Я не имею денег, чтобы нравиться ей. Так, сколько мне нужно? 50. О, это ж отсылка на Марио, да, где мы выбиваем деньги. Так, 50 надо. Так. Но я, типа... I want the city. Я переехал в город
полетом From Darling. Чтобы там сделать. Да ладно. А сколько надо? 30, нихера себе. Вот это как раз отсылка на Flappy Bird. Какое там грустное облако на заднем фоне. Так, там же 30, да, надо? Так, я наконец-то в пиццу покупку. Работаю в магазине пиццы. 100 пицц надо. Типа здесь они как обезьяны, что ли? Ну ладно тогда. Ждем, пока я раздам пиццу всем. Там даже собаки есть. О, был грустный мальчик, видите? Без мороженого. И я ему типа даю пиццу вместо мороженого. Однажды я... Ну хотя, может, это разносчик вести, деливера. Так как еще мини-игра, мы раздавали пиццу. Однажды я... Это голова... Очень была горячая. Пицца в 20... 20 историй или в 20 слоев. Это была нормальная... Стайерс. Ой, как это называется игра? Это, знаете, наподобие... Что-то дабл джампа, но... В тот же момент игра... Помните, мы играли с вами в... Спанч Боба Сквепенс, где мы... За Сквидварда прыгали по камням. Вот это что-то типа того. Это что-то типа того. Так, а сколько мне это надо сделать? 20. Ну, мне кажется, по значку можно уже понять, что это будет наподобие... Дэш, как он? Где мы типа за кубик играем, который едет, нужно прыгать. Дэш. Дэш. Дэш, дэш, дэш. Флип... Бля. Angry Dash. Не. Блин, ну вы поняли, о чем я. Так, это было последнее флором окружение. Я, мое сердце, оно пошло стремительно. А, не, я думал, что другое. Hard limit нужен. Я испортил аппарат, и я подумал, почему шариковые двери используют сильно. А, это, знаете, отсылки уже пошли на вот эти типа квесты. Открой, ну что-то сделай, чтобы открыть дверь. Добро пожаловать обратно. Я убил Оливера. Ты убил Оливера. Ладно. Так, я вернулся в мою... Потому что... Я вернулся обратно, потому что... Дома... Были разговоры... Или обсуждения про... Орехи и... Гобл...
Это пицца моей совы. Блин, ну мне сейчас все равно нужно зубы набивать, если на то пошло. Так, ну, я реализовала мои ован, мою сову, апартаменты. И никогда голова и чок не уходила, я должен forgotten the things. Ну, нам осталось 10 тысяч только заработать. И все. И мы заработали. Так, ладно, давайте, что у нас там по картинкам? Для чего же эта дырка в двери? Чизит. Рандомный факт. Песни иногда расслабляют. Расслабляет после депрессии и чего-то еще. Open pen. Я вижу в тебя. Я смотрю прямо в тебя. Знать, конечно, концовочка. И все ради того, чтобы майонез открылся. You like number, ваш номер 52-62-77. Нету хорошего, плохого, когда вы открываете. Когда вы открываетесь. Ну вот и все, ребята. Ну что, давайте оценивать игру. Во-первых, сравним ее с первой частью. Здесь также у нас добавили сюжет, да, как и был, но добавили также альбом с наклеечками, где мы можем посмотреть картинки в полном размере. По юмору, ну, пошлость, добавили пошлость. Я думал, типа, поставить минус, то, что здесь нету мини-игры, как в первой части, да, плевать, какая там херово была мини-игра, но все равно там была. Но здесь добавили целый раздел с мини-играми. Также здесь добавили, так сказать, мод, особенно в Elm, что я могу сделать просто музыку тише. Есть отсылки. То есть, эффекты, да, более лучше стали.
продолжать, я думаю, да, стоит продолжать придумывать, потому что это довольно легкое в реализации в какой-то степени. Но мы ставим оценки. Плюсы. Снова, в кликере есть сюжет. Есть отсылки. Это то, что я очень сильно люблю. Это пасхалки, отсылки на что-либо. Отсылки. Это плюс. Ну, пошлость. Ну, типа, это дело автора. Добавлять, не добавлять. Ну, хотя, тут немного скрытый смысл, наверное... Окей, это считай за юмор. Добавили большое количество мини-игр. Это тоже плюс. И, в принципе, за кнопку с маус-валом на 40 музыки, это тоже плюс. А нет, тогда музыку можно было выключить, тогда нельзя было клики выключить. Но все равно, у нас 4 плюса. Так как они подобавляли музыку, минусов стало меньше. Я не помню в первой части, какой я давал минус. Я давал, помню, 2 было против 2. Теперь у нас 4 против 1. Ну хотя я минусов не могу найти каких-либо. Но в натуре я минус не знаю, какой могу дать. В принципе, тут даже все сделали не так, как было, да? А. Еще один плюс, я дам 5-й плюс игре, это то, что не разбили на ячейки, потому что тогда было просто все вместе, а теперь все раздельно. То есть каждую историю можно самому отдельно прослеживать. 5 плюсов и, в принципе, минусов нету. Ну, по крайней мере, я их не заметил. Ну что, поэтому, ребятки, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, надеюсь, в дальнейшем разрабы продолжат создавать свои искусства, Prime Mayonnaise. И поэтому, ну и лично я буду ждать какие-то кликеры интересные. Поэтому всем спасибо и всем пока.